оружие, сохранив свою жизнь. Старший солдат Бондарь отказался от участия в боевых действиях. Солдат Михайленко сложил оружие. Сержант Шевкопляс отказался от участия в боевых действиях. Солдат Цецора сложил оружие и живым вернется домой. Мы не хотим бессмысленного кровопролития. Вместе с военнослужащими 79-й бригады от участия в боевых действиях отказываются офицеры, сержант. В настоящий момент им оказана вся необходимая помощь. Они находятся в приемлемых бытовых условиях, связались со своими семьями и по окончанию операции вернутся домой к родным, живыми и здоровыми. Лейтенант Берсан отказался от участия в боевых действиях. Старший лейтенант Петриковец сложил оружие. Младший сержант Костенко отказался от участия в боевых действиях. Младший сержант Никитин сложил оружие, сохранив свою жизнь. Старший сержант Бельц отказался от участия в боевых действиях. Прапорщик Капусенко сложил оружие. Старший солдат Зубенко отказался от участия в боевых действиях. Лейтенант Задорожный сложил оружие, сохранив свою жизнь. Старший сержант Огрызко отказался от участия в боевых действиях. Сержант Чапленко сложил оружие. Старший солдат Миллер отказался от участия в боевых действиях. Солдат Кинаш сложил оружие, сохранив свою жизнь. Солдат Кравченко отказался от участия в боевых действиях. Старший сержант Ситала сложил оружие и живым вернется домой. Старший солдат Бережный отказался от участия в боевых действиях. Солдат Топчий сложил оружие, сохранив свою жизнь. Старший солдат Москалюк отказался от участия в боевых действиях. Старший солдат Хоменко сложил оружие. Солдат Кривоносов отказался от участия в боевых действиях. Солдат Степурский сложил оружие, сохранив свою жизнь. Старший солдат Бондарь отказался от участия в боевых действиях. Солдат Михайленко сложил оружие. Сержант Шевкопляс отказался от участия в боевых действиях. Солдат Цецора сложил оружие и живым вернется домой. Мы не хотим бессмысленного кровопролития. Вместе с военнослужащими 79-й бригады от участия в боевых действиях отказываются офицеры, сержанты и солдаты 36-й, 53-й и 54-й бригад ВСУ. Сохрани свою жизнь, сложи оружие.